сравниваем бешбармак на безбармачной лапше из Казахстана и бешбармак с обычными русскими макаронами. Макароны из России. А вдруг они башкирские? Ну как макароны? Очень вкусно сварил. Сварил? Прямо как надо. Чуть-чуть. Ну правильно, они на одном бульоне же варились. Вот теперь вкушай это. Ну это руками. Да. Вот опять слиплись. Макароны не слипаются. Так. Есть разница? Абсолютно никакой. Ну, ощущение, макарон получилось помягче. Помягче? Их надо было чуть-чуть альдента. Как вот эти вот как альдента. Понятно. То есть, в общем... Вкусовой разницы никакой.